Друзья, всем привет! С вами снова я, меня зовут Андрей, и вы на канале Булгаков Play. Итак, мы по-прежнему с вами проходим Quantum Надо Break. Надо подняться повыше. Да заткнись ты. Это у нас 8-я серия. В прошлой серии мы посмотрели с вами очередную серию сериала, который черный парень наш получил по заслугам. Но подробно рассказывать не буду. Тому, кому интересно, можете посмотреть, тех, кто не смотрел. Вот сходу еще сразу одну нашли, одна из шести. Хорошо. Прямо супер. Если услышишь гул, это окошко открыто, жарко. Дышать нечем. Вижу мост. Он кишит монарховцами. Не знаю, может, если втихаря. Ага, может. Или давай я тебя подхвачу. Еще сразу одна. Но только побыстрее. Меня вот-вот засекут. Мне полегчает, когда окажусь на яхте. Монарх у меня на хвосте. Я тут не особо популярен. Как доктор Эмерал? Жива-здорова, но жизнью недовольна. Долго тебя еще ждать? Да подожди ты. Сейчас узнаю. Мы только на крышу залезли. Пол! Нет, ну какого хрена? Кто-то это все здесь нарисовал, очевидно. Я что тут подумал? Я подумал, если время будет и у меня желание... Заберусь внутрь, пока меня с вертолета не заметили. Оказывается, можно будет повторять серии, точнее не серии, а сюжеты. И мы, наверное, в одной серии объединим все и посмотрим сразу несколько сериальчиков, потому что есть разные исходы событий. Ты еще там? Да, ищу удобную точку обзора. Но посмотрим, как это пойдет. Вот она навязчивая, короче. Чё там? Ай-ай. Night Springs. Фильм. Ну хули, заняться нам нечем. Сейчас сядем, будем смотреть фильм по телеку. Так, чё у нас здесь дальше? Еще никаких следов Джойса или Уайлдер. Ухожу на второй круг. Да не все, Джек. Нельзя тут засиживаться, Джек, поторопись! С этим проблема. Что-то не так? Всю ночь все не так. Я сейчас смотрю на мост. Если я там появлюсь, пострадают невинные люди. Хорошо. Есть какие идеи? Пройти под мостом. Или пролететь. Посмотрим. Под мостом есть пристань. Ну, сможешь подогнать туда яхту? Я телепат, блядь. Там спереди вывеска бензоколонки, не пропустишь. Что, прямо под самым носом у монарха? Других вариантов я не вижу. Переключаюсь на канал монарха. Скоро буду на связи. Буду через 10 минут. Только не подведи меня. Нихуя себе жесткие рамки, 10 минут. А мы, может быть, за 10 минут не успеем. Погоди, а тут ну, что? И как туда спуститься? Где пожарный шест? Шуточки за 200 от Джека. Напомним, что поиски продолжаются. А фильм там так идет, да, я так понимаю. Начинается у нас здесь какофония. Сейчас Джек начнет еще рассказывать истории интересные. Здесь все быстренько обследуем, потому что... Ну, потому что не хочется их пропускать. Мы прошлые собирали все. Самый первый только я где-то просрал. Вот еще одна горит где-то здесь. Так, ну... Я надеюсь, что там, потому что здесь как-то по-тупому сделано, что если туда зашел, то назад уже никак нельзя пройти. Хотя сзади локация не очень большая. Черт. Надо вот торопиться. Еще одна. Третья, если не ошибаюсь. Да, 3 из 6. Так, и что? Вот и все. А что у нас там по навыкам? У нас 12. О, хроноворот.
максимальное сосредоточение. Хронофокус будет действовать еще дольше. Ну, почему бы и нет? У нас их до хера. Хронощит неинтересно. Здесь все прокачано. Хронозрение увеличивает радиус 6. Ну, давай, короче, подождем. А потом тогда, если ничего не прибавится, если что-то должно прибавиться, то туда вкачаем. Террориста Джека Джойса. Спасибо за ваше терпение. Пожалуйста. Сообщить полезные сведения вы можете любому из наших сотрудников. Так, тут, очевидно, ничего нет. Так. А что, еще ниже, типа? Блин, прыгать не очень хочется. Туда можно? Нет, он вообще даже не прыгает. Но, видимо... А, тут скрипт. Без него никак нельзя было прыгать. Там внизу кто-то крадется. Тебя, блядь, вообще ебет. Кажется, это Джек Джойс. Сука, урод. А, блядь, да убери ты свой пистолет. Что-то прямо хотел бросить. Ух, ничего себе, блядь, морская фигура, замри. Видали? Не, ну вы видали? Так, я чувствую, что здесь... Так, нихуя. Сколько тебе выстрелов в голову? Обойму, блядь, хватит. Сучара. Смотри, вот сколько. Я же попадаю, блядь, или нет. Надо где-нибудь присесть. Пиздец какой-то. Либо я криворукий, либо я не знаю, что. Зависание поставило крест на нашем сбэт-плане. Она не смогла вас забрать. Нет, но зато я смог забраться на мост и пересечь его. Проскользнул прямо под носом у монарха, оставшись практически незамеченным. Ничего нет. Какие-нибудь. Ну ты будешь прыгать-то, блядь. Короче, вымораживай. Нужно незаметно перейти мост, пока не закончилось зависание. Я понимаю, что здесь все коридорно идет, но. Блядь, че? Уж попрыгать нельзя по бочку. Нет, нельзя. Хер тебе не по бочкам. Так. Будем легкой пробежкой. Мы же здесь на прогулке. А вот где-то здесь горит огонек. Вот. Нахуй ты эти ручки дергаешь? Прям бери сразу и ломай. Где он? А вот и он. Здравствуйте. 4-6. Хорошо. Так, ну чё, это, видимо, лестница наверх. Полезли на мост. Ага. Как на мост? Там, так скажем, на пороге моста. Так, куда? Тут ничего. Нихуя себе, поезд подвис. Там сейчас эти гниды теперь, блядь, в своих жилетах ходят. Ну, пойдем? В чем проблема-то? На мосту творилось что-то невозможное. Они не полицейские и не имели на это права. Да, это я. Но их пиарщики сработали безупречно. Их представили героями, защитниками. А вы террористом? Да. Эх ты, тебе не меня стоит бояться.
Вот именно. Хочешь салфачок ебанем? Я тебя потом пришлю. О, вот так. Поехали. Обалдеть! Сейчас же ты звук опубликую. Тут чё? Чарли Уорн? Не-не-не. А он-то чё объявлен? Он же там на них работает. Тут чё? Если увидите его, не приближайтесь. Просто позвоните по этому номеру, хорошо? Да, да. Ужасное фото, хуже, чем в паспорте. Народ, сохраняйте терпение. Да, Рож, ты тебя мы тоже дальше. Мы вас же защищаем. Устроили тут детский сад. Чёрти что. Блять, как здесь пройти-то? Блять, я здесь навечно, походу, делал. Или допусти. Осторожнее, сэр, горячий. О. А чё ты молчишь, ничего мне не говоришь? Вот еще один. 5 из 6 еще один остался. А нам куда? Можно я домой пойду? Пизду тебе. А, это бесполезно, это броня. Давай вот так. Спасибо, что предупредил. Так, а как этому теперь дробыша нас, но... Зарядочка. Бля, как мне к тебе за спину зайти? Типа еще не все, да? Ну это в пизду. Это где? Вот ты сдохнешь, да? Разбито вообще нихуя не готово. Ладно. Ладно, хорошо. Просто пересечь чертов мост, и я свободен. А я тебе о чем говорил? Все легко и просто. Ты что-то ломался. А, вот дробовик лежал, но он уже мне нахер не упал. Так, тут больше ничего нет. Надеюсь. Полезем наверх. Здесь открыто, почему бы и нет? Полезли. Ну вот это вот все по красоте сделано. И опять небо, так скажем, затянуло. Так, тут есть что? Здесь. Здесь. Чисто наугад. Повезло. Что тут у нас? 6 из 6, Джек. 6 из 6, понимаешь? То есть в этой локации мы больше их не ищем. Так, давай мне не подвисай. Тогда по прямой. Чувствую, начнется, блядь, одище. Как с кораблем. Ага. Доставка из первой серии. Ебучая. Сатижа. Это моя любимая. После стрельбы это моя любимая лазит по этой херне. Понятно.
что с тобой, бля? Ты удачно зацепился. А что, типа так все? Дальше будем проходить. Ну, черт. Хреново. Прыгай вниз. Конечно, хреново. Я понимал, что как только зависание закончится, меня раздавят обломками. Нужна была твердая опора, и палуба корабля была наилучшим вариантом. Ты чё, блядь? Оставалось на нее спуститься. Не работает-то. Бля, у меня этой херни-то больше нет. Повезло. Можно я поиграю? Чёрт! Блядь, два раза прыгнул, и опять скрипты включил. И что теперь? Башню снесло машиной. Бля, ну я говорил, это не мое. Как-то не срабатывает оно так, как должно. Что тебе? Хуй. Кругом творился какой-то. Короче, ад. Будем так перемещаться. Оставалось надеяться на удачу и идти вперед. Ага. Сука. Я чувствую, мы кругом тут творился какой-то ад. Оставалось надеяться на удачу и идти вперед. Я ж, блядь, не думал, что машина съебет. Так, подожди. Есть очки, давай все-таки. Дневник улучшений. Хронозаморозка. Потому что. Вот так сделаем, потому что какая-то херня происходит, я не могу ее заморозить. Сейчас, подожди, погоди. Пока попрыгаем. Это пень, блядь. Сука, я не понимаю. Еще раз. Кругом творился какой-то ад. Оставалось надеяться на удачу и идти вперед. Так, какую тебе удачу надеяться? Я бы все с тобой сделал. Ты зависла? Да. Зависло. Кругом творился какой-то ад. Оставалось надеяться на удачу и идти вперед. Так, может, я что-нибудь так делаю? Прочитаю еще раз. Дополнительный заряд позволяет нахер. Увеличивает радиус усиления. Делает пузырь. Хронозрение, хроноуворот, хронощит, хроновзрыв. Его знает. Вообще куда? А, вот туда. Ближе, короче, подойти нельзя. Неплохо. Давай. Сука, качели, блядь. Короче, что-то я очевидно делаю не так. Или делал, короче, пиши в комментариях. Я вроде нажимаю все. У меня же есть ускорение. Я все продолжал спускаться вниз. К кораблю. Я забыл. Не падаем. Прыжок. И не то чтобы это было приятной прогулкой под луной.
Прыжок. Разлом усиливался. Подожди. Параллели путались. Завивались в безумные петли, сталкивались. Полный бардак. Так, наверное, и должен был выглядеть конец времени. Все переломано. Припутано. И застыло в хаосе. Бля, чуваки, я сижу с открытым ртом. Некому сказать. Чтобы не проебаться. Давай, давай, давай! Кто мне сказал? Спасибо, Джек. Ты этого не видел. Он сам. Я ни при чем. Ну. Я все продолжал спускаться вниз. К кораблю. Кораблю-то нам зачем? Может, пиздец? Сюда. Разлом усиливался. Да сука ты кривая, я же прыгнул. Я все продолжал спускаться вниз, к кораблю. Прыжок. И не то, чтобы это было приятной прогулкой под луной. Разлом усиливался. Параллели путались. Завивались в безумные петли, сталкивались. Полный бардак. Так, наверное, и должен был выглядеть конец времени. Мы это уже все слышали. Все переломано. Я уже, блядь, бомбит нахуй от этого места. Застыло в хаосе. И некому рассказать. Ты мне расскажи, блядь. Стоп. Здесь я пизданулся. Надеюсь, все. Разлом расширялся. Беспорядочное движение. Предметы выпадали из времени, параллели пересекались. И дальше было бы только хуже. Мы должны были вмешаться. Ты хоть представляешь, что за силы у тебя в руках? Ты должен передать эту технологию монарху. Я готовилась к тому, что случится. Значит, готовились, говоришь? Но предотвращать ничего не собирались? Ну, починю я машину Уильяма. И что потом? Зачем она вам? Конец времени близок. Ничего не... Эй! Тебя никто не спрашивал! Я только что видел, как корабль на полном ходу врезался в этот сраный мост. Время на исходе. Разлом растет с каждой минутой. И его не остановить. Не ори на женщину. Пол видел конец времени. Видел своими глазами. Как вы не понимаете? Мы готовились, потому что другого пути не было. Ты ведь пользовалась работами Уильяма Джойса. Ты уважала его. Он не знал, то, что грядет разлом, так. Но он знал и то, что его можно закрыть. И похеру. Вы ее в заложниках держите, она вас нахуй может послать. Мы знаем, как остановить разлом. Как? Вот. Как же? Противовес. Мы отправимся в прошлое, чтобы найти его. С твоей помощью мы управимся быстрее. Впрочем, уговаривать я не буду. Так он у Пола. Зачем в прошлое-то отправляться? Мне надо будет запустить диагностику машины. А пока не могу ничего обещать. Ебать, ты Эми, быстро. Отведи Эмерал к машине. Быстро переметнулся. Без проблем. Так, доктор, пошли. И я тебя насквозь вижу. Так что без глупостей. А то пожалеешь. Пиздец, как страшно. Чё, с тобой теперь разговаривать? Джек, чё? Прежде чем мы пойдем вниз, нужно поговорить. Подожди. Прежде чем мы пойдем вниз, надо все облутать. С тобой мы поговорим потом как-нибудь. Ну, сейчас... Ладно, давай мы тебя запустим. Будем одним ухом слушать, а вторым глазом смотреть. Чего?
Гениально. Давай, говори. Ладно, в чем дело? Наш план. Если Эмерал запустит машину... Мы вернемся на день назад и все исправим. Слушай, в видео, которое Уилл оставил для меня, сказано, что противовес у него украли 4 июля 2010 года, а еще что его взяла я. Может, так и было, Джек? У нас есть машина времени. То есть мы летим в 2010-й, и это мы его крадем? Если Уилл прав, в настоящем ничего не изменится. Мы возьмем противовес, вернем его в настоящее, закроем разлом и спасем мир. Так. Объясни, чем это лучше того, чтобы просто вернуться во вчерашний день и предотвратить все произошедшее. Я в окно, потому блядь, что я смотрел. Знаю о путешествиях во времени и боюсь, мы ничего не изменим. Прошлое уже случилось. Оно неизменно. Но так нам и не придется его менять. Да, не знаю. Мой план все равно проще. Ладно, давай сперва починим машину. А у тебя какой, блядь, план? Подожди, там чемодан. Давай посмотрим, что за чемодан. Привет, Риверпорт. Блядь, это радио опять. Тяжелая была ночка. Полиция расследует. Закрыто. Обстоятельства столкновения корабля с мостом Порт-Данелли. Посмотрим, как там у доктора Эмерал дела. А я думал, ты все-таки здесь зависнешь. Да. Я ей не доверяю. Манда. Она так посмотрела на противовес, как будто она уже его видела. И знает, зачем он нужен. Конечно, видела. Думаешь, ей Уилл рассказал? Нет. Уилл был очень скрытым. Ага, Дим. Понимаю. Тут что? Тут ничего. Блять, не ограничивайте меня. А туда я не могу пройти? Не могу. Ты же ломаешь двери, блять, на раз-два. Это-то чем? Я с тобой не буду разговаривать и пизду. Где у нас доктор? Доктор. Сначала... Она что-нибудь нашла? Не уверен. Сейчас узнаю. Подожди. Оп. Зато мы нашли. Может туда залезть? А тебе лестница нужна. То есть сидушки тебе пиздец как мешают, а тут три вот всего. Так. Так. Ну давай с тобой поговорим. Ну что? Проблема не очень-то и серьезная. Реле питания отключено. Нужно перезапустить его. Вон там, куда фонарь светит. Сейчас я опущу лестницу. Что случилось с реле питания? В 7 утра случился скачок напряжения, когда была включена машина. 7 утра? Мы прибыли сюда намного позже. Я уж хотел все на Джека свалить. Ну, числа не лгут. Ладно, я полез. Подожди, никуда ты не полез. Полезешь, когда я скажу. Иди сюда, что важнее, чем я. Вот. Эй! А кто за Эмерал смотрит? Она сама за собой хорошо, смотрит. Хорошо, но сначала взгляни, что я нашла. Что ты нашла? Покажи. Ладно, что это такое? Все файлы, что я украла с КПП Монарха, загружены на этот компьютер. А еще я нашла видео с твоим братом. Оно на телеке. Рекомендую взглянуть. А всю остальную информацию трешь, я распечатала и разложила на столах. На столах. Подожди. Брат в телеке. Ладно. Сегодня... 28 февраля... Господи, Уилл. Года, Уильям Джойс. 1999 год. Через месяц... Первый эксперимент. Напряженной работы. Машина готова к испытанию на людях. Хотя, конечно, готовность – понятие относительное, когда речь идет о деформации хронополя и его создании массовой плотности черной дыры и показательной. Ладно, если коротко, я построил машину времени, и она работает. Я это докажу или погибну. Так, остались последние приготовления. Когда я войду в машину, я пройду по коридору
по часовой. Так, ядро активно, уровни хрононов стабильны. Что, блядь, с тобой, сука? Я пройду по часовой стрелке и выйду в том же месте в ближайшем будущем. О. Ты, блядь, внутрь себя пытаешься заглянуть? По моим наручным, когда я выйду из машины, время на моих часах и комнатных должно существенно различаться. Телек, блядь, прямо перед тобой. Ебать, у тебя умный вид. Выставляю время на 5 минут в будущее. Ты же нихуя не понимаешь, да, что там происходит? Согласен. А если отойти? Что путешествие в прошлое было бы сейчас куда нагляднее. Но нельзя переместиться раньше первого запуска. Ебать, у него тупой взгляд, короче. Сейчас. Ладно. Машина готова. Показатели в норме. Это как я в школе сижу, блядь, на третьем уроке. То, что я собираюсь сделать, изменит саму суть. Математика? Я не помню. Эй, Эми, а это что такое? Я записывала переговоры монарха с радио Бет. Здесь я собрала все самое интересное. Подожди. Все? Фильм закончился? Что-то там странные звуки какие-то были. Кому-нибудь из них можно верить? Фионе. Она мой единственный союзник. Понятно. А что насчет Бёрка? Его везли в одной машине вместе со мной. В Бёрке я пока не уверена. Ебать, глава повстанцев, блядь. Не уверена. Мы тут главные. Первый манифест монарха, написанный Сайрином. Нас заставляли учить его наизусть. Ты выучила? Он верит, что его дело правое. Он считает, что разлом не остановить. Но он ошибается. Мы пока тут втроем шкуротеримся, там это доктор Эмерал сейчас по съебам даст, там дверь открыта. Вы бы ее хоть на замок закрыли. Так, из-за моих невероятных талантов в прыжках сегодняшняя серия чуть-чуть подольше выйдет, потому что слишком много времени потеряли. Что это, блядь? Корова. Глазам своим не верю. Что это? Это мои вещи из нашего дома. Ты меня преследуешь, что ли? Дай одному побыть. Он все сохранил. Наверное, думал, что ты вернешься. Никак нельзя, да, без катсцены? Что случилось? Татошка. Это моя подпись. Это ты рисовала? Но я никогда не была здесь раньше. Это же ты нарисована, да? Джек. Послушай кое-что. В 99-м, когда мне было 8, ко мне на заднем дворе подошла женщина и сказала, что она из будущего. Она во всех подробностях рассказала мне о том, что случится. Она дала мне это. Тут даты, события, доказательства. Джек, та женщина. Это была ты. Все, что я себе тогда сказала, сбылось. Каждая мелочь, хорошая или плохая, произошла. Будущее не изменишь. Ебать, ты подозрела. Наша судьба предрешена, Джек. Все, что привело нас сюда, каждая принесенная нами жертва. Все это было необходимо. Все предрешено, ничего не изменить. Бет. Когда мы войдем в машину времени, ты сам все увидишь. Бла-бла-бла. Иди в пизду, это предрешено. Ладно. Раз уж ты так в этом уверена, давай попробуем по-твоему. Татошка, достижение. Погоди. Тут что-то светилось. Я уже забыл про них. Хожу, слушаю, уши развесил. В блокноте были записаны даты, события, которые еще только случатся, инструкции. Вся ее жизнь была подчинена этим страницам. Ей надо было на ставках играть, блядь, а не в монарх идти работать. Тут можно залезть. Нахуй унитаз нюхаешь, Джек.
Мне кажется, все прекрасно понимаю. А, мы тут все нашли. Погоди, куда залезть? А, мы же наверх лезем. Чинить машину времени. Ну давай чинить. А здесь лестница сломана. А ты не можешь там поднапрячься? А более доступного места для панели управления твой брат не нашел? Когда Уилл строил эту штуку, он такими глупыми вопросами не задавался. Эй, отсюда я вроде смог. Ну, конечно. Черт. Когда же я к этому привыкну? Никогда ты ёбнул. Наверное, никогда. А допрыгнешь ты туда, дружок? Опачки. Это третий из трех. И теперь мы можем спокойненько здесь. И красная стала зеленой. И пойти дальше, да? Мы все записки здесь собрали и. На другой стороне машины должна быть еще одна красная лампочка. Сделать с ней тоже сложно. С кем? А где она? Тут где-то. А, она там лестницу опустила. Вспомнил. Или можно здесь залезть? Полезешь? Полезешь. Две же лампочки. Перелазь. Вот если так, все лампочки зеленые. Что, теперь можно спускаться, да? А прыгнешь в ртуть? Не, не буду делать. Так сегодня много напрыгали. Тут могу что-нибудь вести? Чтобы по 100 раз не лазить, на всякий случай. Уровни хранула в стабильно. Диагностика прошла успешно. У нас может получиться. Это уже... Блядь, ты готова? Уже тут стоишь как привидение, блядь. Заебал за мной хвостом ходить. Она работает. Хорошо. Чё, могу так. Заходить? Ладно, поехали. Я введу дату на консоли. Вот он, блядь. Профессор. 4 июля 2010-го. Готово? Нет. А ты? Да пошли, ебать. Нет. Вот и все. Назад пути нет. Эй, стой, стой! Что ты наделала? Дверь была не та. Ты изменила дату. Где она теперь? Где она? А что мне было делать? Вы хотели забрать противовес. Под угрозой оказался бы весь наш план. Ебать, ты кончила. Я связалась с монархом через терминал. Они уже едут. Все кончено. Чего, чего? Черт! Без противовеса мы не запустим ковчег. Да, ладно. Да ебать, вы тоже валенки, блядь. Он там сидел, делал, что хотел, а вы, блядь... Буду действовать по плану. Свяжи ее и вали отсюда как можно дальше. Буду. А ты береги себя, Джек. Ладно? Можно побыстрее идти? Что изменится то, что ты идешь медленно, и то, что ты идешь быстро? Скримеры. Ну как такое? Красный, это значит, сейчас он умрет, да? Ебать, сколько мы идем? Может, 5 кругов сделали? Все? Так, а где это мы? Что, мы в прошлом? Ваше первое путешествие в 2010-й. Дальше мы подробностей не знаем. Вы в курсе, чем все закончилось? Знаешь, это же прошлое. Вашей задачей по прибытии было добыть противовес. Задачу пришлось отложить. Я был не один. Хорошо.
Что, что это? Картины? Ну-ка. Что тут творится? С каких это пор Уилл в искусство ударился? Картинная галерея, хули. В 2016-м этой хрени не было. Всесторонне развитый человек. И ученый. И живописью интересуется. Да то, блядь, делал ты. Урод кривоногий. Привет! С вами Бобби Редфорд. Сегодня 4 июля и день просто великолепный. Как говорится, ну а младший был дурак. Вот это про него. Так, это я понимаю, новая локация. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Что? Вот кто-то есть. Вот я же сговорил. Номер 1. Вот так. Тоже 3 штуки. Это еще кто? И что за пальба? Это пальба, по-моему, стучит что-то. Но там есть кто-то. Это же Бет. Я сам тебя нахуй пристрелил с испугу. Бет? Это я. Эй, 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 эй. Что с тобой? Она ее ебанула, хуй знает куда вообще. Вот и все. Назад дороги нет. Джек? Подумал, что кинул тебя. Я надеюсь, с ней этот полный круг не покажет. Доктор Эмерилл отправила меня в будущее. Несколько месяцев я пробивалась обратно. И я была не одна. А еще и пол был. Ты, короче, решил его ебахнуть. Логично. Стой! Я погналась за ним. Он настроил машину Уильяма на 99-й год. Так далеко, как только возможно. Не стреляй, не стреляй! Эй, все хорошо! Эй, все хорошо! Все хорошо. Я твой друг. Вы кто? Я Бет Уайлдер. Я кое-что тебе расскажу. Давай только мы запропустим. Это из-за тебя он создал противовес. И с тех пор ты оставалась здесь. 11 лет. Но почему? Почему ты не вернулась? Нужно готовиться. Как она тебе, блядь, вернется? Времени мало. Ученый, что ли? Давайте уже поиграем. А то не сериал. Так, катсцена. Она изменилась. Конечно, ебать, я по глазам видел. 11 лет она провела. О чем-то не договаривала. Как всегда. Погодите. Вот еще один. Сколько их у меня? У меня их 11 опять. Готово дело. А тут уже закрыто. Ладно. Блять, да иди ты. Не застревай. Я открою. Чё ты откроешь? Так где Уилл? И где противовес? Где Уильям его сделал, там и оставил. В мастерской. Значит, туда и пойдем. Я никуда не пойду. Да. План был такой.
Нужно только открыть. Да. Я кое-что припасла наверху. Нужно забрать. Ты столько всего не знаешь. Столько всего не видел. Да, я отчаялась когда-нибудь тебя увидеть. Но я ж пришел. Мне нужно знать, что ты все еще со мной. Давай целоваться. Однажды я тебе говорила, что все предрешено. Я до сих пор в это верю. Даже сильнее, чем раньше. На реке ебучей. И я очень боюсь конца. Ты не бойся, взрослая девочка. В конце мы побеждаем. Нужно снаряжение? Бери, что хочешь. Остальное выкинем в реку вместе со всем, что я сюда принесла. Нихуя себе ты запаслась. Как-то это слишком. То вот это. Я должна исчезнуть, Джек. Нужно стереть следы моего присутствия. Дай знать, как будешь готов. Да я, в принципе, готов. Тут что? Писульки. Так. Противовес у Уилла в мастерской. Это тут нахуй. Найдем его. И что дальше? Хорошо, у тебя потекло. Принести его сюда, включить машину, вернуться в будущее. Закрыть разлом. План всегда был таков. Автоматический дробовик? План пока все тот же. Да. Погоди, здесь где-то... Жду только тебя, Джек. Подожди. Тут что-то... Где? Пищит же. Здесь? Нет. Тут. Блядь, ты где? Наверху? Ты залезешь на стол? Блядь, Джек, не еби мозг. Где ты, херота-то? Вот где-то здесь пищит. Может быть, за стеной? А это фонарь. Прям же вот сучара в упор. Бегал, короче, я прыгал, так и не нашел ничего, перезагружал игру, видимо, она там забагалась. Ну, короче, ты имей в виду, что, скорее всего, она там, но я уже заебался искать, поэтому я решил забить. Я предлагаю на этом сегодняшнюю серию закончить, а вот... Увидимся уже в следующей серии. Если досмотрел видео до конца, подписывайся на канал, ставь лайки, оставляй, конечно же, комментарии. Всем пока!